Венгрия выдала жителям Закарпатья более 100 тысяч паспортов. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондар. По его словам, это произошло до получения безвизы и должно было помочь украинцам венгерского происхождения беспрепятственно пересекать границу и работать в Венгрии. Кроме этого, МИД располагает фактами, что паспорта нередко предоставлялись за взятки, и к этому были причастны венгерские чиновники.